принесло свои плоды. Ярославский «Локомотив» открывает счет в сегодняшнем матче. И здесь, конечно, поперечная передача от борта Егора Аверина. Гол назревал. Назревал в предыдущих нескольких сменах подряд. Зрел, зрел, зрел. И здесь кистями на неудобной для вратаря высоте посылает шайбу в дальний угол Сергей Коньков. Может быть, слегка потерял ворота Павел Полуэктов. Но это его проблема.